привет! Мы сейчас находимся в непосредственной близости от гряды в Краськово. Гряда какая? Вероятнее всего Озовая, мы еще до нее не доехали, но на карте она как Озовая гряда обозначена. Вот сейчас посмотрим фрагмент геологической карты. Так вот, что мы тут нашли? Посмотрите, пожалуйста. Мы видим здесь обнажение флювиоглициальное, очень маленькое. Вот оно, и метра у него не будет. Конечно, с телефона снимать это не камильфо. Ну, хоть как-то. Я не готов был к съемкам. Вот такой вот тут карьер заброшенный. Классные камыши растут. И посмотрите, вы такого никогда не увидите, как рождаются валуны. Мы сейчас застали его в гнезде. То есть, вероятно, мама улетела. Вот он уже приготовился уходить из гнезда, видите? Но надо нам поторопиться, пока мы просто посмотрим. Наслаждайтесь этим зрелищем. Валун в гнезде в своем сидит. Видите, он уже такой маленький, а уже окатанный. Ну, не очень хорошо окатанный. Вот у него тут гранька есть, но ничего. У него еще вся жизнь впереди, чтобы вырасти и стать, вот, например, как этот таким большим. Ему, конечно, сначала надо вылупиться из гнезда. Вот так вот он выглядит. Такой дружок. Растет в гнезде. Но чтобы его не потревожить, мы отсюда быстренько свалим. Пускай он там растет.